В преддверии своего 65-летнего юбилея член Союза художников Казахстана Турар Тулеев провел мастер-класс для юных художников Экибастуза. Сегодня на уроке мы поэтапно разбираем, как рисовать портрет человека. Показываю, как строить лицо, определять пропорции и, конечно же, накладывать светотень с помощью штрихов. Художник специально приехал из Павлодара, чтобы провести мастер-класс для наших детей, занимающихся изобразительным искусством в школе «Арт-студия». Мастер рассказал мальчишкам и девчонкам о перспективе в рисунке, какую технику уместнее использовать. Его ценные советы дети слушали с большим интересом, наблюдали, как он рисует, и старались повторять. Студия существует 2 года, количество учеников 100, в разных направлениях занимаемся. То есть есть и за студия от 3 до 5 лет. Студия будет полезна для детей, которые еще и имеют диагноз ЗРР, ЗПР. Отдельно есть для них программа. Эту программу я сама написала, авторская программа. Также я готовлю студентов, будущих абитуриентов, которые хотят поступить на творческую профессию. Художник привез с собой 20 работ, выполненных в разных жанрах. Каждое произведение имеет свою историю, а потому очень значимо для мастера. Картины привлекают взоры своей подлинной живописностью. Среди работ есть портреты известных казахских личностей – Машхур Жусупа Купеева, Алькея Маргулана, Абая, Шакарима и других. Персональную выставку Турара Тулеева «Лица Великой Степи» жители и гости города могут посмотреть в музее до 18 мая.